Ассаламу алейкум, курметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Представителями Генеральной прокуратуры и Комитета уголовной исполнительной системы с участием общественности и правозащитных организаций проведена проверка условий отбывания наказания осужденных в исправительном учреждении АК-159/7 поселка Долинка, в ходе которой проведен прием осужденных. Подробнее в материале Жазиры Абдраемовой. В ходе приема были опрошены осужденные, которые устроили в данном учреждении незаконную акцию протеста на водонапорной башне. При выяснении установлено, что поводом послужила конфликтная ситуация между осужденными. Причины и условия конфликта были пересечены сотрудниками специализированной прокуратуры и департаментом уголовно-исполнительной системы Карагандинской области. После принятия мер, которые были предприняты нами, специализированной прокуратурой по надзору за законностью исправительных учреждений Карагандинской области, и департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. После была нами назначена проверка. В этот же день были приняты от 14 осужденных, которые поднялись на водонапорную башню, заявления. И по этим заявлениям, после регистрации в книге учета заявлений и сообщений преступления, была назначена проверка. Заявление от осужденных Синевич, Кокижанова и Максимова, где они указывали, что их якобы физически принуждали. Кроме того, при проверке проведена беседа с родственниками, обратившимися в республиканские областные правоохранительные органы с жалобами о защите осужденных от посягательств со стороны администрации учреждения, проведения проверки условий их содержания. Ну, я считаю, что это все делается, потому что заняться, наверное, им нечем. Нету работы определенной какой-то, чтобы были все заняты. Определенная часть, которая занята, та и работает, и порядок у них, и все. А те, которые ничем не заняты, им чем-то заниматься надо. Это многолетние нахождения в одном, как говорится, помещении, в одном, в каком-то замкнутом пространстве. Людям чем-то, видать, заниматься надо. Вот они и находят себе развлечения. По происшествию 26 апреля я понятия не имела. Вот сегодня только здесь, вот на этом собрании услышала. От него никаких жалоб в данный момент нету. Звонит он, как положено, время ихнее, но никогда ничего об этом не рассказывал. Бывая на свиданках, на жалоб нету, что питаются плохо или еще что-нибудь. В комнатах свиданиях чисто, все прибрано. До этого никогда не было от него никаких жалоб. Всегда он смеялся, говорил: мама, не пионерский лагерь. Вот. Работал, вот. Сам вызывался везде и всегда. Он и сейчас продолжает стараться работать. Сколько он уже там? 5 лет. Да. Вот сейчас он состоянии. Сейчас я была на свидании. Кстати, у него 14 мая. Он сказал: мама, к нам даже не притронулись, никаких действий не оказывали, все. Угу. Да, с ним все хорошо. На данный момент нет. Осужденные, принимавшие участие в акции, обратились с заявлением с признанием ими допущенных нарушениями режимных требований. А в настоящее время оперативная обстановка в учреждении стабильная. Жалоб, заявлений от вышеуказанных осужденных после прокурорской проверки не поступало. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. По приказу о регионализации Министерства здравоохранения санитарная авиация вылетела в поселок Каркаролинск для оказания перинатальной помощи беременной женщине. Продолжение в нашем следующем материале. На сегодняшний день санитарная авиация Карагандинской области в виде самолетов, вертолетов полностью комплектована. По словам сотрудников здравоохранения, такие мероприятия проводятся для оказания перинатальной помощи беременным, новорожденным и роженицам. По приказу о регионализации Министерства здравоохранения санитарная авиация осуществляет вылеты в город Балхаш, в Нуринский район, в Каркаролинский район часто. Цель визита в поселок Каркаролинск – вот эта женщина. Женщина на 30-й неделе беременности. Имеются факторы риска. Что-то
По словам сотрудников областного здравоохранения, женщина будет направлена в областной перинатальный центр, где там она пройдет полное медицинское обследование. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Двадцать 27 мая сотрудниками дорожной полиции Карагандинской области был остановлен автобус, в котором один из пассажиров находился в багажном отсеке. Также 25 числа этого же месяца на пересечении улиц Ленина и Костенко произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. На автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург на 989-м километре в районе поселка Курма был остановлен автобус марки «Сетра». Данный автобус двигался со стороны южного региона. При проверке один из пассажиров находился в багажном отсеке. На данного водителя автобуса был составлен протокол за перевозку пассажиров и грузов. По 463-й части 1 административный протокол, значит, было дано взято объяснительное, как он туда попал, откуда он попал. Получается, с южных регионов автобусы идут через нашу транзитную область, так как вы сами прекрасно все знаете, Караганда является, и Карагандинская область является транзитным регионом, и через эту трассу проходит очень много пассажироперевозчиков. И на сегодняшний день нами данная работа проводится, и есть ряд нарушений, выявляющих именно сотрудниками дорожной полиции. Например, с начала года 376 автобусов мы уже оформили именно за перевозку пассажиров, за перевозку грузов с нарушением требований. По словам сотрудников дорожной полиции, на сегодняшний день факты по задержанию транзитных пассажироперевозчиков с перегрузом встречаются часто. Например, в тот же день на автодороге Алматы-Екатеринбург был остановлен микроавтобус «Мерседес», который двигался с города Бишкек в город Сургут. В автобусе находились граждане Таджикистана в количестве 26 человек, тогда как микроавтобус рассчитан на 18 пассажирских мест. По данным фактам были составлены административные протоколы. Был основан автобус киргизского. С киргизскими номерами, водитель с киргизом, где посадочных мест 18, а по факту перевозил 26 человек. Данный автобус был сопровожден с южного региона на нашей границе до Караганды, где данных нарушителей высадили на вокзале города Караганды. А данный автобус потом поэтапно сопроводили до Акмолинской области. 25 мая текущего года на пересечении улиц Ленина и Костенко произошло столкновение двух транспортных средств. Как рассказывает сотрудник дорожной полиции, неустановленный водитель управлял неустановленной автомашиной, двигаясь со стороны улицы Сатпаевой в сторону улицы Ирубаева. На перекрестке Ленина-Костенко не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». В результате водитель мотоцикла «Сузуки» скончался на месте, а неустановленная машина с места происшествия скрылась. При прибытии на место ДТП факт ДТП подтвердился. Было установлено, что неустановленная автомашина под управлением неустановленного водителя, двигаясь по улице Костенко в направлении от улицы Джамбула в сторону бульвар Мира, выезжая со второстепенной дороги, не уступила движение водителю мотоцикла «Сузуки», который двигался по улице Ленина в направлении от проспекта Бухаржирао в сторону площади Гагарина, то есть в сторону улицы Ерубаева. В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения, которые привели к смерти. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска был установлен и задержан подозреваемый водитель, который является жителем села Шеликты Астраханского района Акмолинской области, который дал признательные показания и был задержан и доставлен в отдел полиции по территории. Данный водитель дал признательные показания. Также он находится в розыске Департамента внутренних дел города Астаны по подозрению совершения угона автотранспортного средства. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Новый закон научит уважать государственные символы. Недавно Конституционный закон Республики Казахстан внесены дополнения и изменения о государственных символах Республики Казахстан. В связи с чем Управление внутренней политики Карагандинской области организовало встречу с преподавателями, работниками библиотек и сотрудниками Управления по развитию языков. Цель мероприятия – патриотическое воспитание граждан. Уважение государственных символов – основа патриотизма. Это одна из незыблемых основ нашего государства. Они выражают священный объединяющий образ независимости Родины, отметила в своем выступлении директор специализированной школы номер 17 города Сарани Курлан Абзалиева.
Официальные символы Казахстана – неоспоримое свидетельство суверенитета и независимости нашего государства. Почитание и уважительное отношение к ним – гражданский долг каждого казахстанца и важное направление – воспитание молодого поколения. Сегодня государственный флаг Казахстана развивается рядом со штаб-квартирой ООН. Он побывал в космосе с первым казахстанским космонавтом. Организованный сегодня семинар под эгидой управления внутренней политики является ярким примером планомерно осуществляемой работы по пропаганде и использованию государственных символов. Стоит отметить, в Конституционном законе Республики Казахстан понятие «государственный стандарт» было заменено на «национальный стандарт». Кроме того, усилена ответственность за нарушение порядка использования государственного флага, государственного герба и использования государственного гимна Республики Казахстан. К примеру, государственный флаг, который висит на штандарте здания, не должен выгореть от солнца. Государственные учреждения должны следить за этим. Марал Тукенова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На центральной площади города Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза организовал ярмарку. Цель мероприятия – знакомить будущих студентов о деятельности вуза, заинтересовать их профессиями университета. Университет представляли опытные профессора и ученые, заслуженные работники высшего образования. Это позволило заинтересовать ребят деятельностью вуза по подготовке будущих специалистов. В свою очередь, школьники, которые уже в сентябре будут студентами, с интересом рассматривали брошюры, где есть вся информация про учебную и практическую базу вуза. Также они задавали множество вопросов преподавателям университета, которые охотно отвечали любопытным школьникам. В дружеском разговоре с преподавателями ребята подчеркнули для себя много полезной информации о факультетах университета, кафедрах, о кадровом и научном потенциале, а также о тех перспективах, которые получит каждый студент Карагандинского экономического университета. Закончилась ярмарка концертной программы, которую подготовили творческие группы вуза. К тому же школьники и горожане смогли посмотреть театральную постановку. Марал Тукенова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Территория нашей республики обширна, и несмотря на все усилия специалистов и организаций здравоохранения, остается актуальной проблема доступа в отдаленные населенные пункты. На ликвидацию этого пробела направлены передвижные медицинские комплексы. Эти комплексы являются своего рода больницей на колесах. Они могут применяться в любых климатических и географических условиях. При этом они обеспечивают комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. Каждый такой комплекс состоит из 7 кабинетов. УЗИ, рентген-кабинет, стоматология, гинекология, терапевт, офтальмолог и невропатология. Во всех них работают специалисты, способные оказывать весь комплекс медицинских услуг. Плюс к тому на борту присутствуют и узкоспециализированные врачи, которые необходимы именно в том регионе, куда направляется передвижной комплекс. Обследование на болезни системы кровообращения, на сахарный диабет, на глаукому, на рак молочной железы женщин, на рак шейки матки и колоректальный рак. Кроме того, планируется обследовать, проводить консультативную диагностическую помощь населению и обследовать детей. По нашей области в обследовании нуждается 83 тысячи человек, 15 тысяч из которых уже получили необходимые медицинские услуги. Нуринские, Осакаровские и Балхашские районы уже прошли осмотр. Впереди оставшиеся просторы Карагандинской области. Александр Крылов, Тулеген Ршитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Очередной победой завершился домашний матч футбольного клуба «Шахтер». В этот раз соперником был алматинский «Кайрат». Команда из южной столицы приехала побеждать, но игра с чемпионом оказалась не так-то уж легко. Стартовые минуты матча оказались провальными для гостей. Уже на второй минуте ворота соперника поразил Сергей Хижниченко. Далее игра немного успокоилась. «Шахтер» уже на протяжении нескольких игр показывает не очень яркую игру в первом тайме. Этот раз также не было исключением. Защита от атак и плавные переходы в контратаку. «Кайрату» все же удалось отквитать один мяч и сравнять счет. Отличился Олег Недашковский. Его гол стал единственным в этот вечер со стороны алматинской команды. Далее забивал «Шахтер». Андрей Финонченко использовал все шансы, что предоставила ему команда, и уже в первом тайме отличился дублем сначала на 38-й, а далее в дополнительном времени первого тайма, чем привел трибуны в восторг. На перерыв команды ушли со счетом 3-1 в пользу горняков. Все ждали второго тайма и еще более интересной игры от хозяев стадиона. На вопрос, почему горняки во втором тайме играют интереснее, нежели в первом, нам ответил автор первого гола Сергей Хижниченко. Говорить такие слова, которые должны заставить тебя, вообще всю команду во втором тайме,
заиграть по-другому. Ну и, наверное, как бы то, что мы на сборы поехали практически раньше всех в декабре, как бы это тоже, наверное, дает о себе знать, то, что и физически готовы неплохо, поэтому, может быть, и поэтому добавляем во втором тайме. Вот такая нехитрая мотивация. В действительности оказалось так же. Тренер нашел нужные слова, и горняки стали играть быстрее и интереснее. Долго ждать не пришлось. Станислав Лунин отличился на 47-й минуте, сделал счет окончательным 4-1. Попытки гостей с истечением времени становились все слабее, а уверенность в победе «Шахтера» росла. С таким счетом матч и завершился. Тренер «Кайрата» был немногословен и сказал лишь, что хозяева поля использовали все свое преимущество. Александр Крылов, Тулигин Ршитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы хотите ей поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого вы видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубонусдар.